6. Ну, она такая сообразительная, что постарше там ребят пришла, вначале немножко даже растерялась, чуть не заплакала, да. А потом за одну тренировку тайкёку практически выучила. Я считаю, это будущий чемпион. У тебя такие девчонки есть, да? Классные. Вот их, да, может, из них можно. Девчонки более серьезные, чем мальчишки некоторые. Мальчишки долго взрослые. Некоторые, не выпустили. Анти, да, некоторые такие. Дети все видят.